Медицина глазами детей. Конкурс рисунка прошел в детской республиканской клинической больнице. Авторы – маленькие пациенты отделения онкогематологии. После просмотра работ дети получили подарки от организатора выставки ФОМСа. Основная цель – обратить проблемы общественности на проблемы больных детей. Задача нашей сегодняшней выставки – привлечь внимание общественности к проблемам онкобольных детей. У нас есть благотворительные фонды, есть меценаты, которые помогают в лечении таких детей. Нам хочется, чтобы это внимание не ослабевало, и каждый мог оказать посильную помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.